что мальчики иных веков, наверное, будут плакать ночью о времени большевиков и будут жаловаться милым, что они родились в те года, когда звенела и дымилась на берег рухнувшая вода. Они нас выдумают снова, сажень касая, твердый шаг, и верную найдут основу, но не сумеют так дышать, как мы дышали, как дружили, как жили мы, как в попыхах. Плохие песни мы сложили о поразительных делах. Мы были всякими, любыми, не очень умными подчас. Мы наших девушек любили, ревнуя, мучась, горячась. Мы были всякими, но мучась, мы понимали, в наши дни нам выпала такая участь, что пусть завидуют они, и пусть я покажусь им узким, и их всесветность оскорблю. Я патриот, я воздух русский, я землю русскую люблю. Я знаю, что нигде на свете второй такой не отыскать, чтоб так пахнуло на рассвете, чтоб дымный ветер на песках. И где еще найти такие березы, как в моем краю? Я б сдох, как пес от ностальгии, в любом кокосовом раю. Но мы еще дойдем до Ганка, но мы еще умрем в боях, чтоб от Японии до Англии сияла Родина моя. Добрый вечер, дорогие друзья! Этими стихами Павла Когана музыкальная гостиная «Магия голоса» встречает вас сегодня в преддверии народного праздника Дня Победы. Каждый год участники нашей гостиной выходят на сцену, чтобы вспомнить стихи и мелодии военных лет, песни о войне, песни о подвиге советского народа, потому что это та самая живая память минувших дней. Спасибо, что вы сегодня с нами здесь, в концертном зале Дома музыки. С наступающим праздником вас! С Днем Победы!